Подписчики моего канала, зрители моего канала, а также банный люд. Сегодня у нас обзор на камни. Компания Банька любезно предоставила нам на тест камни диорит в мелкой фракции и в крупной фракции. У меня электрокаменка 12-киловаттная, пары жар, туда входит порядка 100 килограмм камней. И мы с ребятами поговорили. Ребята говорят, давай посмотрим, как эти камни будут стоять в каменке, в электро. И прислали мне. Вот я сейчас одну пачку вскрыл и посмотрим, что здесь за камень. Я со своим 15-летним банным опытом камни диорит ни разу не испытывал. У меня в старой бане был малиновый кварцит, габродиабаз, талькохлорид, но диорита не было. Ребята говорят, что сами фасуют его. Довольно крепкий, хороший камень. Вот такая вот фракция. И сейчас мы распечатаем еще вот в желтой упаковке. Эти у них идут в зеленой упаковке, а это вот идет в желтой упаковке. Сейчас посмотрим, какой здесь камень. Написано, фракция 100-150 миллиметров. Открываем и смотрим. То есть мы решили взять парочку большого наверх и малый между тенами. Вот такой вот большая фракция у него. Посмотрим, как он будет себя вести в электрокаменке. Все это предоставили нам бесплатно. Спонсор — компания Банька. Они делают корыстные речи для бани то сауны. Поэтому протестим. Сейчас банный сезон начинается. Посмотрим, как ведут эти камни. У меня сейчас в каменке заложен нефрит и жидоид, и нержавеющие турбокатушки. Вот такой обзор у нас сегодня на печные камни диорит. Посмотрим и протестим, и потом ребятам скажем. Большое спасибо компании за то, что предоставила нам 80 килограммов камней бесплатно потестить. Большое вам спасибо.